Друзья, давайте просто поаплодируем. Ведущие выходят на сцену. Хайрлы кеш, кымбатты ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Итак, мы рады приветствовать вас на финальном гала-концерте корпоративного конкурса «Блесни талантом», посвященного празднованию 20-летия национальной атомной компании «Казатомпром». Мереке құтты болсын, достары. Компанияның 20 жылдық құрметіне орай сайыстың ақтық сынына ең үздік деген 20 қойылым іріктелініп алынды. Міне бүгін осы сахнада сол өнерпаздардың өнерін тамашалайтын боламыз. И, кстати говоря, руководство компании тоже присоединяется к поздравлениям и желает, чтобы сегодня поистине победил сильнейший. Поэтому давайте поаплодируем еще раз друг другу очень-очень громко. Покажите, как мы будем встречать наших участников! Шында да, қымбатты достар, бүгінгі кештің әдемі өтуі тек бізге ғана тәуелді емес, сіздерге де тәуелді. Сондықтан да жақсы көңіл күймен отырайық, жарай ма? И уж позвольте представить людям, которые будут аккомпанировать сегодняшнему вечеру, несравненная, порой непредсказуемая, все же очаровательная телеведущая Гульнас Оданбаева. Рахмет, және теңдессіз қоңыр дауыстың иесі Камиль Галиев. Ринат Малзаков, спасибо, спасибо. Кстати говоря, леди и джентльмены, наше праздничное мероприятие сейчас смотрят в каждом городе нашей необъятной родины через онлайн-трансляцию на официальном сайте компании «Казатомпром». Поэтому могу с гордостью сказать, что сегодня с нами весь Казахстан! Олай болса, біз барлық қазақстандықтарға өз сәлемімізді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар, кеш жалғасады. И еще из приятного, вы знаете, сегодня на нашем мероприятии также состоится розыгрыш 10 билетов, каждый на 2 персоны, на Астана Экспо 2017. Я думаю, здесь может поаплодировать очень громко. Айжан, вы бы пошли бы на Экспо? Конечно же. Далее. Обладатели пропуска смогут увидеть уникальнейшие выставочные павильоны и, самое главное, почувствовать, каково это находиться в мире атомной энергетики. Ал енді бір жыл бұрын осы керемет концерт залда талантың мен таныл байқауының бірінші маусымның ақтық мәресі өткен болатын. Оған әрине сіздер қатыстыңыздар, куә болдыңыздар. Еліміздің түкпір-түкпірінен өткен бірнеше іріктеу кезеңдері, сайынсыз дайындықтар, ұйқысыз түндер, ерен еңбек оған жұмсалған болатын. Лично я уверен, что все репетиции прошли очень весело, и мне кажется, все то время, которое потратили наши участники на подготовку, пролетело как одно мгновение. Ведь все они танцевали, пели, в общем, получили незабываемый опыт, а самое главное, как мне кажется, немыслимое количество эмоций. Но я думаю, меньше говорить будем сегодня, а больше показывать. Поэтому прямо сейчас внимание на экран. Thank you.
Мне өткен жылдың қатысушылары, ал енді биылғы жылдың қатысушылары сәлден соң сахнаға шығады. Оны біз көреміз, көп оламыз. Сәл күте тұрыңыздар. Да, я тоже думаю, что шоу получилось просто потрясающим, и ведь на самом деле хорошая компания – это как хорошее вино. С каждым годом оно становится все лучше и лучше, и Ренат Малсаков подтвердит. И я вас более чем уверяю, что наши сегодняшние участники подошли еще более ответственнее, чем в предыдущем конкурсе. И посему танцы будут намного ярче, песни намного зажигательнее. И, кстати говоря, желающих принять участие в этом году возросло вдвое, и мы не можем не поаплодировать данному факту. Вдвое возросло, представляете, друзья, 100, более, я бы сказал, 130 работников из 20 дочерних предприятий и компаний прислали свои заявки, чтобы принять участие в конкурсе. Олай болса, осы, өз өтінімдерін жіберген сайыскерлер, қыз-жігіттер, қандай өнер дайындады екен, оны біз сәлден соң көреміз. Көп сөз байық, сөзді тоқтатайық, кезек берейік, біз бастаймыз. Но прежде чем начать, уж позвольте, леди и джентльмены, представить вам наше многоуважаемое жюри. Если вы начнете аплодировать, мы начнем их представлять. Давайте, дружненько, громко, ибо они заслужили. Итак, лауреат национальной премии «Алтын Жюрек», солистка «Казахконцерта», заслуженная артистка Республики Казахстан, еще много-много всяких регалий, очаровательная, непревзойденная Айжан Нурмагомбетова! Суперстар КЗ жобасының финалисты, екі жолдыз мега жобасының екінші орын егері, жалпы қысқаша айтсақ, өте жақсы әнші, танымал өнерпаз Ренат Мальцагов. Я бы еще прибавил к этим словам, как оказалось, самый пунктуальный членом жюри, да? Да, он последним пришел. И, собственно, очаровательные, умопомрачительная девушка, я думаю, известная всему Казахстану. Прямо сейчас она встанет за своих мест, друзья, вы просто ахнете. Само собой разумеется, это Сая Оразгалиева. Итак, если вы готовы, то мы готовы начинать. Прямо сейчас уже врываются участники нашего шоу, зажигательные, энергичные и, конечно же, безумно талантливые парни из коллектива Soul Dancers. Встречайте! Южные танцоры — это Soul Dancers. У нас, так как нет хореографов, каждый хореограф сам по себе. И каждый друг друга учит, кому-то не нравится, кому-то так. Но все равно мы так получилось, что мы добрались до финала. Ну это так наверняка не знаем, но некоторые из нас привезли с собой жен. Они точно будут нас поддерживать. Я думаю. Я. И также наша команда, вторая, вот девушки «Танец лебедей». И также мы. Я считаю, что другие конкурсанты тоже будут, по крайней мере, аплодировать, как и мы им. Многие из нас в прошлом году только, мы вот конкурсанты здесь уже в сцене второй раз на этой сцене. Да. Вот в прошлом году мы первый раз, скорее всего, вышли в художественных турах там, в Тайкулуре и здесь. Хотелось бы поделиться минутой славы со своими семьями, чтобы они почувствовали нашу, не знаю, наши эмоции на сцене. August 1958, a legend was born, later known as the King of Pop, Michael Jackson.
infinity in motion. Солф-дэнсер, дамы и господа, можно громче поаплодировать. Хандай кшты, хандай керемет би, чакраборти-дэнг братишкаларам. Из этого номера я узнал, что на моей родине в Сумкинсе... Конечно, конечно, ты хорошо танцевала, но если ты очень хорошо попросишь этих ребят, они дадут тебе несколько частных уроков. А судя по тому, как ты двигаешься, они тебе очень и очень нужны. Так, я не поняла, я что, плохо танцую? А я не буду просить аудиторию, потому что... Ладно, не будем. Друзья, на самом деле, ты танцуешь очень и очень неплохо, и эти уроки тебе не нужны. Давай лучше двинемся дальше. Но зато ты видела, из этого выступления, мне кажется, многие поняли, что в Шымкенте до сих пор любят смотреть индийские фильмы. Бәрде мүмкін. Жалпы, Камиль, дарынмен бөлісу керек. Дарынды көрсету керек, сахнаға шығу керек. Бүгінгі жиналған дарындардың саны көп, шыны керек, мына залда тұрған датчиктардың өзі шыдамай сынып жатыр, дейді жаңа бізге айтты. Ну, а у следующих наших конкурсантов, конечно, я бы взял все-таки несколько частных уроков по вокалу, ибо особенные люди выбрали особенную композицию. Прямо здесь и сейчас. Встречайте марш Казатомпрома в исполнении Трио Байкен. Здравствуйте. Наше трио называется Байкен. Ну, главное, зрителям прям не смотрит, иногда бывает, прям глаз будет смотреть, человек немножко обалденный появляется. Ну да, с первого этапа вот мы репетировали, первый этап прошли, потом второй этап прошли, третий этап, вот постоянно мы репетировали эту песню. Как можно сказать, это, если человек умеет петь, эта песня это самое хорошее, это самое вдохновление для человека, я считаю. Если будет выигрыш, можно, найдем мы куда тратить эти деньги. Өзгелердің үлгісі сен атом-пром.
жан қазып, сапас артық талаптан. Сұраныстар түсті талай тараптан. Уран қазып, бәсекеде бірінші. Рақсалықтың мұратына жаратқан. Бүгінгінен алып сен атын ром. Болашақтың жарығы сен атын ром. Өндірісі бейбіт мақсат жолында. Өзгелердің үлгісі сен атын ром. Өндірісі бейбіт мақсат жолында. Өзгелердің үлгісі сен атын ром. 20 жылдық мереке құтты болсын. Қазақ атом өнеркәсібінің мерейі әр қашанда үстем болсын. Қошемет көрсетіп жатыр. Ал қымбатты ағалар, мына әнді біз бірінші рет естіп тұрған сияқтымыз. Бұл арнайы 20 жылдыққа жазылған гимн, мен түсінгеніме. Әрине, осы біздің Қазатомпромның 20 жылдық мерейтойына және бүгінгі талантың мен танылу конкурсына әдейілеп жазылған ән. Бұл мерекеге сыйлық. И еще можно главный вопрос. Вас случайно не урановские бабушки продюсируют, нет? Да, они. Они подсказали нам. Чувствуется круга. Спасибо. Көп-көп рахмет. Ағаларымызға қошемет. Ду қол шапалақ. Ал енді құрметті қазылар алқасы өз әділ бағасын береді деп ойлаймыз. Біз жалғастырайық. А я не могу промолчать. Сейчас я за кулисами такое видел. Такое... Я даже не о том, как ты стоял на руках. Нет, не об этом. Я сейчас о том, как течет вода. Как горит огонь. И как танцует, дамы и господа, салтанат Мусаева. На это можешь смотреть вечно. Салтанат Мусаева. Және оның тамаша баура балар бие. Встречаем. К этому конкурсу, ну просто восточный танец, он более близок по духу мне. Так как я девушка с востока, восточная, да, мне этот танец больше близок, нежели другие танцы. Я приехала с города Кызылорды, компании Байкинью, работаю менеджером канцелярии. В компании работаю с конца 2015 года. Да, в первый раз вообще как бы на сцену. Я вот как ранее сказала, я со школы занималась танцами. Это было в школьные годы. Первый раз я вышла на сцену, это было, наверное, в первом классе. В городе Кызылорда проходил конкурс «Таншолпан». Вот тогда, я помню, мы выступали, я ходила в танцевальную группу под названием «Айгулек», и мы танцевали узбекский танец. Мой сын приехал со мной вместе, он со мной вместе прилетел, сейчас он дома меня сидит, ждет. Он тоже будет на этом конкурсе, будут братья, сестры тоже здесь, тоже придут поддержать меня. Я девушка очень скромная. We'll be right back.
Это было великолепно. Рахмет, Ринат, возьми себя в руки. Рахмет, Малзагов, солдат. Возьми себя, не забывай, ты женат, возьми себя в руки. Выдохни, просто купи жене такое же платье, и все будет нормально. Возьми себя в руки. Мы, друзья, на самом деле не останавливаемся, а только набираем обороты. Талантыңмен танал сайысының келесі қатысушысын, Камиль, қымбатты достар, үлкен қошеметпен қарсы алу керек. Өйткені ол қазақтың киелі қара домбырасының құлағында ойлайды. Қарсы алыңыздар, Асқар Тоқсанбаев. Қарсы алайық. Меня зовут Асқар Тоқсанбаев Медитханович. Творчеством во втором классе поступил на этот... музыкальной школы. Я вообще-то, да, как сказать, уже с творчеством не занимаюсь уже сколько, 20 лет. Начальник сказали, там, талант участвует. Точно не знаю, я на сцене был в детстве. И по борьбе на коврах постоянно. Всем привет! Город уже Атасов. Ваши аплодисменты! Ой, асеке, бәрекелді, өнеріңіз өрге жүрсін, көп-көп рахмет. Жалпы, қазатым пром, рахмет, жеңімпаз боласы деп ойлаймын. Енді сіз сахнаның арғы жағына өтсеңіз болады, қошеметпен. Да, пока вы будете с кулисами, мы подумаем. Жақсы қошемет көрсетпегенеген ағамыз кетпейдір, е? Рахмет. Спасибо. Асқар Тоқсанбаев. Айттым ой, жақсылап қошемет көрсетіңіз, айтпесе кетпейді. Понимаешь, когда ты звезда, тебе тяжело уйти со сцены, это нормально.
жалпы Қазатомпром компаниясының қызметкерлерімен көріп отырмын, таланттарға өте бай. Олар би билет, ән айтат, асекең сияқты жаңақ түрлі аспаптарда күй ойнайды. Қысқасы, нағыз әлемдік шоуға дайын жұлдыздар. Ешқандай әзілсіз айтып тұрмын, бәрі керемет. Только при этом они еще и успевают ходить на работу. На самом деле в наше время нужно успевать все. А если посмотреть прямо, то кому как не женщинам это удается лучше всех. Например, на работе это квалифицированный специалист. Верно? Верно. На сцене великолепнейший артист. Дома заботливая жена и мать. Поэтому прямо здесь и прямо сейчас встречайте пример для подражания. Танцевальная группа «Эдельвейс». Здравствуйте. Мы представляем, я не знаю, как начать. Здравствуйте. Наша команда называется Эдельвейс. Мы состоим из 6 девушек с разными возрастами. Из нас самая маленькая — это Жанна. Она младше всех. И в нашем поселке, можно заняться только в клубе танцами, песнями, плясками и тому прочее. И мы, сказать честно, мы до 12 ночи сидели. 5 вышли с работы, до 12 у нас Лена сидела на складе у компьютера, кто-то в ноутбуке, кто-то в мобильном телефоне, и мы вот не выходили даже, вот домашнее хозяйство не делали, даже за ребенками не следили, вот только вот сидели и смотрели на это интернет-голосование, честно, потому что, да, мы звонили друзьям, родственникам, и вот гадали, что будет, потому что мы были на 9 месте, а потом упали на 13 место.
Браво! Группа Эдельвейс! Якутидан брахшықтык, көп рахмет! Мы надеемся, что члены жюри не будут экономить на оценках, ведь каждый конкурсант заслуживает наивысших баллов! Қошеметтеріңіз, ал енді келесі қатысушы, қымбатты көрермендер, қымбатты Камиль, мына отырған қыздардың, келіншектердің басын әбден айналдыратын сияқты. Өйткені ол сондай талантты, сондай тартымды, сондай сүйкімді дейді. И он, кстати, успел стать любимцем многих зрителей, набрав при этом высшее количество голосов во время онлайн-голосования. Поэтому встречайте Ельжан Омыртай с авторской песней. Здравствуйте, меня зовут Омыртай Ельжан. Я женат, работаю в компании SP Inkai. Должность у меня получается специалист-юрист в юридическом отделе. У шахтеров есть определенный образ. Когда люди говорят про шахтеров, они, допустим, воображают там грязники, в каске. У нефтяников то же самое, у них есть образ. А у работников атомной индустрии такового образа нет. У них получается знак радиации и запрещено. У всех ассоциация такая. И мы хотели, изначально хотели вот что-нибудь создать, что-нибудь такое веселое, чтобы у них появился такой образ. Я куплю классную коляску. Я, правда, ее еще не выбрал, но я выберу, как только у меня будут деньги. Коляску, скажу честно, я даже сам пока не знаю, дочь или сын, но уже скоро, месяц остался. Посмотрим. Қайырлы кеш Астана, көңіл күйлеріңіз қалай? Компанияның әлем білген беделін біз желкені ұран деген кеменің ең бірінші компанияда мұттан қазағымды жер шарында танытқан алда жүрміз қуан алып жарықтан әр салада алғыс алған халықтан Қазақстан бізбен бірге болашаққа қадам басқан сеніммен Қазақстан бізбен бірге қазынасын түсірмеге түрінен Қазақстан бізбен бірге бізбен бірге нағыз іскер мамандар Қазақстан бізбен бірге бізбен бірге өзгереді ғаламшар Қазақстан әлем білген байлық толы далам бар Здесь вольные ветры и быстрые реки Яркое солнце, широкие степи, здесь счастье льется через края. Тут разные нации мира живут,
где главные ценности, знания и труд, вольная страна. Слава тебе, Казахстан, с нами всегда, без тебя никак, без тебя никуда. Казахстан, с нами всегда, дорога впереди у нас одна. Казахстан, с нами всегда, на нас с гордостью смотрит вся страна. Казахстан, с нами всегда, и успешные нас ждут дела. Казахстан, ты красив, какая планета твоя. Казахстан, бізбен бірге, болашаққа қадам басқан сеніммен. Казахстан, бізбен бірге, қазынасын түсірмеген төрінен. Казахстан, бізбен бірге, бізбен бірге нағыз іскер мамандар. Казахстан, бізбен бірге, бізбен бірге өзгереді ғаламшар. Қазақстан әлем білген, байлық толы далаң бар. Қазақстан әлем білген, байлық толы далаң бар. Браво! Эспейн Кай, друзья! Громче, громче, громче! Ежан Өміртай, көп рахмет! Спасибо! Жалпы сахнаға шыққан әрбір қатысушыны, қымбатты достар, жақсылап тұрып қолда отырайық. Өйткені олар қобалжып шығады. Ұмытпайық, соны жарай ма? Ведь они все молодцы. Вы посмотрите, какой клип. Не удивляйтесь, если завтра у членов нашей жюри будет такой же. Будем двигаться дальше. Друзья, итак, внимание, за кулисами своей очереди уже заждался наш следующий участник. Встречайте, Бекали Журумбаев. Жалпы енді біздің қазақты әншілер көп қол, жаңада айтып жаттыр, бірнеше бірілер айтып жаттыр. Енді Мейрамбек ағаларымыз бар, Тоқтар Серіков сияқты ағаларымыз бар, және көп қой енді бізде сахнада қасиетті домбырамен ән айтып орындайтын. Бірақ мен өзімнің арманым, өзімнің әкеммен бірге шығып, сахнада жоғарғы деңгейде орындап көрсетсем екен деген алдағы уақытта мақсатым бар. Өйткені әкем үйретті домбыра тартуды, және осы ән салуды сол әкемнен үйрендім. Бәріне сәттілік тілеймін. Бәрі де үлкен жоғары деңгейде орындап, өздерінің өнерлерін көрсетсе екен деген жақсы тілегім бар өзімнің. Қуаныштымын, қай адам болса да, қай осы қатысушылардың қайсысы бас жүлде алсын, орын алсын, мен солар үшін тілектестік білдіремін шын жүректен. Адамның бір қызығы айқы, бала деген. Баланы әлпіш дейді, ана деген. Тұрмыштап құтыне жинаған мен, бір күні артта жүргені қала деген. Бір күні артта жүрген қала деген деп. Бай деген, патша деген, айғыл батыр деген. Өмірдің ең түбіне өлім жеткен. Қашанғы өлмейміз деп шаттанамыз. Өлмесе ата бабам қайда кеткен, өлмесе ата бабам қайда кеткен деп.
Артайса шаман адам зар жак болар. Ағаштың жанбай қалғаны ұшаласындай. Ағаштың жанбай қалған, жанбай қалған шаласындау е. Браво! Бекали Журумбаев, сотрудник МАЭК! Көп-көп рахмет, біздің батыстың жігіті. Провожаем аплодисмент, друзья, безусловно, талантливого Бекали. Камиль, сен білмейсің ба, мынау Казатомпромның ең сұлу қызы серсі деген байқауға шығып өтті? А такой разве конкурс есть? Болмаса, міндет түрді ұйымдастыру керек. Өйткені көрдік қой, сахнаға шыққан қыздардың бәрі сұлу, әсіресе жігіттер, қандай талантты, қандай тартымды, қандай олардың күлкілері. Так, подожди, подожди, стоп, я же просил тебя при мне так лестно о других мужчинах не отзываться. Әсіресе Ержанов, Ержігітов, Баглан деген жігіт қандай, Камиль. Ну хорошо, показывай, какой он такой, Баглан. Баглан, сахнаға. Барлық қатысушыларға сәлем, тек сәттілік. Мені қолдап, қолпаштаған дауыс беріп, мені осы концертке қатысуға мүмкіндік берген жюрилерге және де дауыс берген кісілерге көп-көп алғысымды айтам. Рахмет сіздерге. Және де бүкіл Талкент ұжым, Сауран ұжымына сәлем. Балалық шағымнан өлең айтқан жақсы көрем. Бірақ енді қазір уранда жұмыс істеп жатырмын. Әрине болады, толқу болады. Үлкен сахнаға былайша айтқанымда бірінші рет емес, енді шығып жүрмін, бірақ енді қанша дегенмен де толқу болады. Встречайте, друзья, сотрудник Казатомпром Сауран! Бізді арманға қанатты көңіл талған ба. Бозторғай үміт шырылдап көк шолағыма салғанда. Жас жүрегім үлпілдеп жорғаладық бүлкілдеп көк шолағыма салғанда. Асығып алыс арманға, жұлдыздай болып жанғанда. Көршінің қазынға шықып, көгірігіме салғанда. Айда биле баспанда, жерге норын шашқанда, көгірігіме салғанда. Арғымақ жүрек арманға жет алмай қалған жан бар ма. Аққуым қанат
оралайыма салғанда жандыр делім бағымды нұрландырды таңымды құралайыма салғанда салғанда илигайыма салғанда бірге арманға шашу ғып әнді барманға еркелеп жүрсек арман жоқ қалың ел қара орманға мұндай байтақ жер барда мұндай дархан ел барда арманда достар арманда илигайыма салғанда илигайыма салғанда Бағлан Ержігітов, сотрудник Казатомпром, Сауран. А какой у него костюм, даже у Баскова такого нет. Ой, рахмет. Ох, и нервируют же меня эти красавчики. Ах, а какая подтанцовка, Кобков Рахмет. Мне кажется, сейчас камень в огород Рината сейчас просто кинули, да? Движемся дальше. Раз у нас тема зашла самых красивых гульнас, то я уверен, что среди следующих наших участниц явно есть истинные победительницы конкурса красоты. Понимаешь, столько грации, столько изящества, я сейчас говорю не о тебе, а о наших участницах, не могут остаться незамеченными. Поэтому прямо сейчас будут достойны похвалы даже самых строгих судей. Камиль, сен сияқты емесің, менің жүрегім кең, сондықтан да айта бер, мақтай бер. Ал сахнаға өзің айтпақшы, тамаша қыздар шақырамыз, бақыт құсы бейтобы және олардың аққулары. Сотрудники ЮГХК, ваши овации! Нас сплотила вот этот танец при подготовке к конкурсу. Действительно, мы узнали друг друга, о друг друге, нас сплотила, и мы сейчас как из одной семьи. Казахтың тойы бітпесінде дегенде біз тойда жаратамыз. Дастархан накроем. Әрине, сахнаның өзінің құдіреті бар. Қобалжу болады, бірақ ол қобалжуға біз мойын сұмбаймыз. Жеңе білеміз. Күресе аламыз. Сахнаға шыққан кезде, сахнаның өзінің жарықтары көп. Сахнаға шыққанға дейін қобалжуымыз, сахнаға шыққан кезде бәрін өзгер. Ну, в этом году 20 лет Казатомпрому, и еще у нас намечается нашему руднику 10 лет. Совпадает вот эта дата, но у нас руднику 10 лет. Будем готовиться к этому концерту. Ну, у нас 10-летие будет в сентябре. В самом руднике. Приезжайте к нам. Потом можно, да, еще повторить.
Ваши овации, бакыт кылса, сотрудники ЮГКК. Есть такие? Поаплодируйте. Кандай адемы көрүнсө. Ну что ж, все мы собрались такие красивые, чтобы насладиться безграничными талантами сотрудников Казатомпрома. И, возможно, кто-то из вас даже не знал, что плечо к плечу работает с такими великими артистами. Олай баса осындай тамаша таланттардың басын қосқан сүйікті компаниямызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. С 20-летием Казатомпром! Ну а мы двигаемся дальше. Я думаю, отличный подарок прозвучит прямо здесь, прямо сейчас для наших зрителей. Встречайте на сцене Баглан Изматов. Сотрудник. Кандай там билмейм даже. Роза Армаевым айтым билет, өйткені Қазақстанның ғана емес, СССР-дің Қазақстанның халық артисі. Роза Арымбаева апамызбен ән айтсам, үлкен армандарым біреуі орын алады. Иә, мен 5 жасар кезінде бала бақшадан конкурс болды. Менің жалпы ән айтатын нем, мамам жанын, бабам жанында барды. Сол кезде менің мамам музыка пәні мұғалімін сабақ беретін. Сол кезде 5 жасар кезінде бала бақшада конкурс болып, әнші балапан деген. Сол кезде менің мамам жүрі болды. Жүрі болған кезде мен жеңіліп қалдым. Енді өзі тілімде анық шықпайтша, бірақ енді өзіме мақта айтқан сияқты болдым. Сол кезде жеңіліп қалып, мамама қатты ренжіп, үш күн жылағаным бар, есімде сол. Баглан Изматов, сотрудник Семизбай. Бұлттан түскен ақ ұлпа қар алақанда, ғайып болды тамсанып мен қарағанда. Әппәк қар еріген кезінде оңайған балауса көзінде тамшы. Еріген ақ ұлпа сезімде мұңайған балауса көзіңде тамшы. Күндерге мені алып ұш, сағынашым бір өзің. Сен жандырған сол алау әлі жүректе, жарқырайды қоршаған қара дүниекте. Сезімім сөнбейді, жанады, жанарымды қимай ағады тамшы. Еске салып маған өзіңді, кірпі қаққан мөлдір көзіңді тамшы. Аңсап
бақытты күнді жүрегімде бәк махаббат жарған бірді мүлдір сағыныш өткен күндерге мені алып ұш сағынышым бір өзі Айлы түндерді, әсем күндерді Алақаның жолытатын менің жүзімді Аңсатып күнді, бақытты күнді Жүрегімде бәк махаббат жарған бірді Мөлдір сағыныш өткен күндерге мені алып ұш Сағынышым бір өзі сөнбе Бағлан Изматов, Семізбай! Қандай әсерлі! Көріңіз, Бағлан, көп-көп рахмет. Рахмет. Спасибо. Өнер көрге жүрсін. И все же меня не покидает ощущение, что как будто чего-то не хватает. Вот смотри, в принципе, зрители есть, участники есть, жюри есть. Точно, не хватает десерта. Ну какой же день рождения без десерта? Жоқ, десерт керек, Камиль, бірақ дәл қазір емес. Өйткені біз байқауды, нөмірлерді әлі аяқтаған жоқпыз, әлі алда көп. Оның үстіне десерт жеген қыз толып кетеді. Ты знаешь, просто некоторым, в принципе, это не страшно, потому что наша следующая участница, просто-напросто у нее нет времени есть сладости, ибо все свое свободное время она проводит в репетициях. Она танцует, друзья, и прямо сейчас она готова предстать перед вами. Итак, встречайте, кого же встречаем? Конечно же, Гульсим Махмутову! Валя один раз, и вот этот палочкой держит, чтобы еще крутит. И одна девчонка меня нечаянно вот так рукой, а у меня палочка слетела, я такая смотрю, и бегу вот эту палочку, говорю, оказывается, когда на сцене стоишь, нельзя вообще, ну, когда даже летает, что-то упадает, вообще нельзя, надо танцевать дальше и держать себя как-то, как на сцене. А я побежала, взяла и на место встала, и где там танец, кто там, и дальше пошла. У меня тоже было такие минусы. Кира. Да, Шакира именно дала мне она. А у нее танец, движение, все такое. Я прям любила все, даже до сих пор. А у меня в плейлисте всегда музыка Шакиры отдельно. И вообще хотелось именно с ней выступить. Ну, это, конечно же, мечта. Ну, мечта же невероятна. Гульсим Махмутова, Байке Нью, друзья! Есть такие? Поддержите, Байке Нью!
машина. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Siempre people is smiling in Estados Unidos, and life is beautiful, coke and libertad. But I remember siempre friends en la vida mexicana, más que nada una chica comenzó. I did it all with Maria, show her amor mexicano. We dream tequila, paramos, but after all, tortura. Hasta la vista, I said, now you're away from me, you got away from me. Ooh, I love you, baby. Гульсим Махмудова, сотрудница Байкенью. Керемет. Әдемі. Сұлу. Ауыз жабайық. Я помню. Просто иногда забываешь, как бы. Я где-то в середине выступления, просто у меня чуть сердце не остановилось. А я помню какой-то момент. Просто нет. Я действительно, я переживаю за наше звездное жюри. Вот серьезно. Им так тяжело сегодня оценивать всех участниц, ведь они все такие красивые, очаровательные, умопомрачительные, сексуальные. Стоп, ушибин, стоп, клава. Я просто хотел сказать, что каждый артист особенный, понимаешь? Понимаю. Аленда Никита Попенко, Камиль, саған ұнайтын болады, дегенмен ол жігіт, ол асыққан шайтанның ісі деп, аз-аздап жеңіске жетуді дұрыс санайды. Олай болса, қыздар, қарсалайық, Никита... Попенко с композицией «Мало-помалу» сотрудник АО ОМЗ. Давайте поддержим! Я вышел на сцену, очень волновался и пел песню про кузнечика с коленками назад. Петь я тогда не умел. То есть я совершенно не попадал ни в одну ноту, но моя харизма покорила зал, поскольку я пел без микрофона. Я пел очень громко и фальшиво. Я перебивал детей, которые пели с микрофоном. В общем, всем все понравилось. Вот таким был первый мой раз. Хотел бы передать привет своим коллегам, друзьям, своей маме, папе. Разумеется, жене. Я люблю тебя. В общем, какие-то были смешанные чувства. Думал сперва радоваться или не радоваться, это хорошо или плохо, я звезда или нет, мне надо звездиться или нет. Вот. Как-то вот такие чувства у меня возникли. Я слесарь по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматизации. Женился как-то раз, явно сгладил черный глаз, но ты нервничать не стал, мал-помал ты привыкал, yeah! Ага, да-да-да. Я храпела, словно бык, как не баба, а мужик, но ты уши затыкал, мал-помал ты привыкал. Я готовила еду с лебедою череду, ты давился и икал, мал-помал ты привыкал, yeah! Я хотел тебя любить, мою брить, ты сказала очень мал, мал-помалу привыкал, yeah!
достал ласки свыше, увай, только деньги ей давай. Я и плакал, и рыдал, мало-помалу привыкал, yeah. Oh, yeah. Ага. Мало-помалу. 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 Год за годом время шло, все стерпелось, отжило. Я все понял и постиг, мало-помалу я привык. Только вьюги улеглись, мы с тобою развелись. Есть занятие опять, мало-помалу отвыкать, yeah! Oh, yeah! Ага! Мало-помалу! Мало-помалу! Мало-помалу, мало-помалу, мало-помалу. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. А, друзья, аплодисменты. Сотрудник АО ОМЗ. Никита. Ну ты просто... Молодец. Спасибо. Никита. Никита. Я бы, конечно, в том месте тоже ушел. Ох. Пожалуйста, мужчина 21 века. Хазыр жігіттер осындай. Қыздардан бір ғана нәрсе керек. Движемся дальше. Итак, 20 лет Казатомпрому, 20 суперфиналистов. Совпадение? Дұрыс айтасың. Биылғы қатысушылардың саны 130-дан асып кетсе де, ақтық сынға тек 20 жүйрік. Поэтому прямо сейчас мы готовы встретить очередного участника. Я сразу прямо скажу, что это сотрудник Казатомпром центрального аппарата. Мы прямо сейчас уже должны аплодировать. Дамир Елькенов, Карсалайк. Встречайте. Эта песня понравилась мне тем, что она патриотичная в первую очередь. И во-вторых, в ней есть драйв. Я постараюсь его передать. Не верил вначале. Почему? Потому что это уже моя вторая попытка. В прошлом году я не прошел отбор, вот, и для меня это уже какая-то маленькая победа. Ну, постараюсь перебороть, надо как-то отвлечься, послушать самого исполнителя этой песни. Он очень хорошо ее исполнял. Не волноваться и постараться донести именно то, что они хотят донести. Ну и не забывать, наверное, что это все-таки конкурс. И здесь дух соперничества никто не отменял. Я бы хотел организовать такую группу и просто для себя где-нибудь в подвале попеть. Было бы классно. Қазағыма біздірдім, кемеңгер нағыз білгірім, түбім түрік дінім, тонық тұғырым, ауыз бірлігім. Ұмытпай отаным барын, ұлықтап адамын жалын, аналардың ақ сүтімен ардақтап атаның қанын. Даналарым ай, бізге мирас иманым мен сабырларын ай. Қаранарым ай, тарихы
Ағамның төрінінде тамырларынай Көзімдерім ай Кемеңгерім ай Шешендерім ай Шеберлерім ай Өздеріне тартып тұғыр өріндерін ай Алашым, найзар ұстарым, ұлт үшін қалам ұштадын Өзгенікі таңсық емес тұрғанда Өз арыстарым сананды адал ұштадым Тауларым, дала құштарым Жасай берші, жайнай берші Гүлістан, Қазағыстаным Даналарым ай Бізге мирас иманым мен сабырларындай Қаранарым ай Тарихымның терінен де тамырларындай Көзімдерім ай Кемеңгерім ай Шешендерім ай Шеберлерім ай Өздеріне тартып тұғыр өріндерін ай Азамат ұшауд бар, адал аташабыз бар Бабалары айбарлы, бабалары айдарлы Ақжаулығы кірш алмас, аналары жайдарлы Десен егер айғазақ бұл тәуелсіз байрағы Арулары айқабақ, алтын кірбі қайқабақ Қақандай кес салиха даласына сайғазақ Туған жерім ай, иман елім ай Хат жазам де күндігімді кейім жерім ай Ай, дұрым менің ай Күл адамзат құшағыма кеген жерім ай Жерім менің ай, төрім менің ай Ырыс қонған мекен болшы егім елі бай Көгім менің ай, күнім менің ай Санаңдан деп болдым елім менің менің ай Бәрекелді Дамир! Керемет! Сотрудник Казатомпром центрального аппарата. Рахмет. В овации громче! Нағыз азамат! Ал енді жанкүйерлердің қатары көбейетін болады, өйткені біздің өнерпаздарымыздың өнері одан сайын күшейіп, одан сайын керемет болып бар жатыр, солай емес па, Камиль? Я думаю, да, темп мы набрали хороший, участники один за другим просто покушаются на нас своими талантами. Думаю, следует продолжать, не знаю, как тебе, но мне уже горячо. Бірақ Камиль бұсаң соғы әлі ерте, дәл қазір сахнаға Олжас Досмағанбетов шығады. Ал төрешілер оның талантына өте әділ бағасын. Сотрудник РУ-6, если есть такие, поддержите РУ-6. Барлық адамда қобалжу болады, яғни барлық адамда болады. Енді оны қобалжуды тек қалай кетірем, яғни жақсы ойлау, жақсы нәрселерді ойлау арқылы өз-өзімді шамалап басам. Ассалаумағалейкум қазақ елі, менің аты жөнім Досмағанбетов Олжас, Қызылорда облысы Шиелі ауданынан ТОО РУ-6-тің абыройын қорғап келіп отқан жайым бар. Барлықтарыңызда өткен айт мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Қазақ еліне тек денсаулық, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Қазір енді барлығымыз танысып, дос болып жатырмыз. Достығымыз ары қарай жалғаса берсін. Достарыма тек тілерім, бұл жерге тек жақсы финалистер ғана келіп отыр. Барлықтарына тек қобалжымай, сәттілік тілеймін және өзіме абыройлы жеңіс тілеймін. Thank you.
ортасында дарияның борық тұрған сол борықты бір балық сорып тұрған ай сен сұрасаң құдайдан мен тілеген айналайын тағдырдан жолықтырған ай қызыл гүлдей алаша іздегенім тамаша шайнай бер жастар жаңаша қызыл гүлдей алаша іздегенім тамаша шайнай бер жастар жаңаша ар жағынан дарияның қайығы өтер дәл баспасаң аяғын тайып кетер ай жақсы ғой деп жаманға шықпайық шайып кетер ай қызыл гүлдей алаша іздегенім тамаша шайнай бер жастар жаңаша қызыл гүлдей алаша іздегенім тамаша шайнай бер жастар жаңаша браво сейчас Досмагомбетов сотрудник РУ-6 домбыраның үні ерекше ғой ол қай жерде де домбыра көп рахмет просто окунул нас в цепные дали. Наши следующие участницы, дамы и господа, упорство и трудолюбие не занимать. В прошлом году ей совсем немного не хватило до победы. И вот целый год она работала, трудилась, разбивалась, искала связи. И уже через несколько секунд готова предстать на этой сцене. Ендеше Клиновицкая Александра жеңіс үшін және қазатым өнеркәсіп компаниясының ең дарынды қызметкері, ең талантты қызметкері атағын алу үшін күресуге дайын. Қарсы алайық, Александра. Сотрудница АО УМЗ. Здесь должны звучать овации, да? Здравствуйте. Я Клиновицкая Александра. Я работаю на Ульбинском металлургическом заводе. Работаю инженером по контрактам. А инженер танцевал всегда. Лето. Отпуск. Бали, Мальдивы. Гуа, ждите меня! Я смотрю, Майкл Джексон вдохновил тут очень много участников. Мы, как бы, наверное, танцоры здесь все на одной волне, и у нас мышление на одном уровне. Всех он зарядил, вдохновил, и поэтому все хотели показать именно этот стиль. И он очень выигрышный стиль, я считаю. Я думала, у нас бы получилось очень эффектное трио. Мы друг друга бы дополняли, у них своя изюминка, у меня своя изюминка. Соединить эти три изюминки, и получится вкусный кекс, который вы с удовольствием все съедите. Кто молодец? Я молодец? Кто молодец? Я молодец! I'm gonna hit you.
you know you want me. Да, давайте не будем сбавлять темпов, а просто пригласим на эту сцену нашу прошлогоднюю суперфиналистку, голосом которой был заворожен весь зал и судьи в том числе. Қарсы алыңыздар, Айгерім Айтпаева және оның қайталанбас керемет дауысы. Сотрудница МАЭК. Где овации? МАЭК на сцене. Да, во-первых, я на работе. И я простыла, заболела, и мне не получилось, потому что я приехала сюда, и я здесь начала, да, вчера начала здесь репетировать уже, и сегодня репетировала. Вот, так что, можно сказать, даже и не готовилась. Mm-hmm. И желаю всем, чтобы выступили на отлично. Ну, я это всех люблю. Ладно. А может, влюблюсь, и может, сама и напишу слова, текст. У меня всегда дверь открыта, всегда вам угощу без пусть рыбы, без... всегда, всегда открыта, так что можете в любое время приезжать на море. Если честно, я даже как бы и не смотрела то, что я стала финалисткой, ничего финалисткой, просто мне сказали мои коллеги, ты знаешь, что ты прошла? Я говорю, да ты чё, я не знала. Но, ну, приятно, конечно, очень приятно, что прошла. 100 граммчика со перцем! There are times I find it hard to sleep at night. Yeah, living through such troubled times. And every child that reaches out for someone to hold for one moment, they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second, with every minute, I know the soul we is gone. And I believe that with my life I will see, and then to hopelessness, I'm giving up a circle of wheel. If you understand, together is my turn, so no one will get up behind, send them for love, send up and hear me sing, send them for love. I'm inspired in hope for each and every day. This time I know that things are gonna change. See, how can I pretend that I don't know what's going on
every second, with every minute, I know the story is gone. And I believe that with my life, I will see. And then to hope is less, I'm giving up a sword for a will. If you understand, together is what I'm saying. See, no one we get behind. Send them for love. And the reason for love, for love again, for not to love, I'm gonna sing this song. And I believe that with my life I will see. And then to hope is next, I'm giving up a soul for a win. If you understand, together is what I'm saying. See, no one we get behind. Save them for love. Stand up and I see it. Stand up for love. Белиссимо, Екатерина Айтбаева, сотрудница МАЭК. Браво! Спасибо. Ой, Айгерм, не стыдайся, на? Кандай керемет, көп рахмет. Вот кто скажет, что она сегодня не готова? Я думаю, никто. Итак, дамы и господа, участники сегодня постарались нас удивить. Танцы разных направлений были, были песни разных жанров. Я думаю, сегодня было абсолютно все. Дұрыс айтасың, жалпы біздің гала-концертімізге мынау Муз ТВ-ні ұйымдастырушылардың өзі Арман Давлетьяровтың өз үлкен қызғанышпен қарап отыр мүмкін. Я думаю, что вот наши следующие участницы могут позавидовать даже звезды с мировым именем. Леди и джентльмены, встречайте здесь и сейчас будущее, мировая звезда Гульзина Нурбердиева, сотрудница Казатомпром центрального аппарата. Харсалай, кошеметерингас. Я работаю уже 4.5 года. Вот. И, честно сказать, абсолютно не готовилась, за что мне очень стыдно, потому что я посмотрела свои видео с отборочных туров, и я поняла, что я была абсолютно не готова. Ну, спасибо жюри, что мне дали возможность пройти дальше. Кто меня видел здесь в городе, говорил, ой, мы за тебя голосовали, мне очень приятно. Вот. Так что всем большое спасибо, кто за меня голосовал. Конкурсантам, я, честно сказать, не со всеми познакомилась, не успела познакомиться, но вот с кем я познакомилась, такие приятные, веселые ребята. Я не ищу сложных путей, я выбрала песню, потому что слова знаю. Честно сказать, я не думала, с кем бы я хотела спеть. Ну, мне много кто из исполнителей нравится, а спеть дуэтом не знаю. Наверное, с тем, кто хочет петь со мной дуэт. Передаю привет всем коллегам в зале, всем моим родным, всем друзьям, кто пришел ко мне поддержать. Вот, всем хорошего настроения и прекрасного вечера. Всех обнимаю и целую. Добрый вечер. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how.